Ну давай же, напряги свои мускулы. Степанах, что ты делаешь? Почти ничего, сэр. Наношу вред всей операции. Полный моральный урод. Как ты знаешь, на субмаринах служат добровольцы. Ты можешь уйти. Старик мне не разрешает. Он адмирал и считает, что субмарин меня исправит. Боюсь, ты не оставляешь мне ничего иного, сынок, как передислоцировать тебя. Правда? Правда. Бакмен! Да, сэр! Спасибо, Бакмен. Это все. Эй, сюда! Один Би, холодный. Один Си. Горячий. Позволь угадать. Наш электрик? Да, сэр. Действительно, ты мог бы взять конец полегче? Уже надорвался, дорогуша? Это военно-морские силы. Не называй меня дорогушей. Да, да, да. Эй, Гомер, помоги открыть этот люк.